Всем привет! Сегодня у нас опять большая распаковка. Вот такое вот количество большое посылочек. Сейчас мы их все по очереди распакуем и потом поменяем ракурс и посмотрим на все. Итак, вот такая вот куча товаров у нас, и давайте по порядку будем все смотреть. Первое, это вот такие вот перчатки. У меня друг очень хотел, это которые перчатки, которые не режутся ножом для работы или как-то так. Вот так они выглядят, вот такая инструкция идет с ними, плотная просто бумага, и вот так выглядят перчатки. Якобы на меня они немножко великоваты, вот, но друг у меня покрупнее, и ему, я думаю, они подойдут. Они жесткие, и в них даже тяжело. Действительно, не режутся. Круто. Штрикать, конечно, прокалывает, но на этот не режутся. Рома, привет тебе. Вот твои перчаточки приехали. Дарю тебе их. Это презент от фирмы. Помню, ты их хотел, но почему-то не решился заказывать. Ну, и я решил тебе сделать такой вот подарочек. Знаю, что ты один из активистов, смотришь мои все видосики. Поэтому поздравляю тебя с перчаточками с такими. Вот, я тебе потом наберу их, передам. Дальше вот такая вот губка, раскрывать ее не будем, была у нас в одном из недавних обзоров, уже она с абразивом каким-то покрыта, для того, чтобы мыть кастрюльки. Откладываем. Вот эти вот две ленты по 60 сантиметров, я их заказывал очень-очень давно, если не в октябре. Сегодня у нас январь уже, февраль у нас уже, 13 февраля, и вот она только пришла, покрыта силиконом, я их купил несколько штук тогда, липнет, вот, купил несколько штук, по-моему, 3 купил, и вот одна мне пришла буквально там через 2 недели, и вот еще 2, получается, блуждали где-то, не пойми где. Заказывал я их точно на Gearbest'е, потому что недавно просматривал ленту, что я еще не получил, и реально они были очень давно, но я как бы ничего не писал продавцу, нет, и уже дошли. Ну, наверное, дней 90 они шли, эти две ленты. Вот, откладываем. Далее давайте посмотрим на планшетик. Еще один пришел, недавно тоже пришел. Я их заказал 2, один себе, один для жены. Вот, планшетики прикольные. Оба синего цвета я заказал. Так, лайк традиционный. Вот. Найдите вот такую кнопочку там где-то под видео и нажмите на нее. Так, давайте дальше. Отличный планшетик. Подойдет вместо записной, вместо блокнота, записной книжки и так далее. Подойдет. Кстати, смотрите, я руку нарисовал и придавил, и она не стерлась. Вот. Еще пару раз нажал, и она исчезла, рука.
Вот, просто давите, не сильно нужно давить на него, который 4-дюймовый, можно хорошо придавливать. Далее, вот эти вот скейты тоже я очень давно, уже были у нас они в одном из обзоров, и я повторно, они мне так понравились, я сразу же заказал еще вот 3 штуки, и они очень долго шли, они реально шли очень-очень долго, не знаю, ну может, да, но если уже февраль, я их заказывал, наверное, в конце ноября, тогда был обзор, и... получил, понравились, и те я уже раздарил, которые пришли в тот раз. Вот, в этот раз мы получили их с 2 вот таких рисунка какой-то. Ага, вот так смотреть, саблезубый тигр с рогами, что-то такое, вот какой-то монстр, ну зубы видно, глаза, рога. Вот, два одинаковых рисунка, вот. И третий рисунок у нас получается тоже какой-то монстр, получается вот так, это глаза, я так понимаю, лицо, или наоборот посмотреть. Ну, какие-то монстры. В прошлый раз были другие рисунки, вот. Вот такие. И эта пилочка для ногтей можно использовать, точить ногти. Она покрыта наждаком. Ну, конечно, можно играть. Там трюки какие-то делать. Ну, как-то так. В общем, как-то так. Откладываем. Далее. Вот это вот две у нас бобинки, я их заказал. Получается в одной упаковке. Раз, два, три, четыре цвета. Цвета одинаковые, просто в разном порядке они лежат. Ну, давайте один откроем. Не помню, почем они были, будет ссылка в описании. Но очень недорого, какие-то копейки, поэтому я решил... сразу взять две штуки. Ага, они еще идут и по две. Две по две, видите? Вот, и это... давайте синий возьмем. Это у нас получается такая лента. Где у нас тут? Вот. Прозрачная. С скотч. Скотч такой голубоватым цветом. То есть так он прозрачный получается. Ну, просто с оттенком. Если его накрутить несколько раз, то он будет темнее. То есть... обычный скотч, кстати, липнет, прилипает очень хорошо. На палец прилип, сейчас мы его отрежем. Детям на подделке зайдет отлично вообще. Давайте отлеплю эту штуку. Ой. Вот еще раз такие цвета. Такой вот разноцветный скотч. Далее. Вот это вот я не покупал. Это не помню какой магазин. Наверное, все-таки Том. Прислали мне, что нужно оставить там 3 отзыва о магазине, о своей последней покупке в 3 формах. То есть это в почту они прислали. И выберите на выбор 3 из 3 предметов, которые вы хотите, чтобы мы вам подарили. Ну, я оставил отзывы. Написал им, что выбираю флешку. Вот такая флешка в виде совы. Они мне прислали. Скорость, я, ну, если честно, я сомневаюсь даже, что она работает. Но выглядит не очень-то плохо. То есть, ну, такая симпатичная флешечка на 4 гигабайта. Тут налеплена. Вот, потом проверю ее как-нибудь. Дальше. Давайте с этого начнем. Это Лего... Дарт Вейдер Лего. По-моему, в Розыгал я его брал. Или... так. Или в каком-то еще подобном магазине. Или Гамес, или Розыгал, или может Gearbest все-таки. Так, значит, нужно одеть плащ. Собрали, откладываем. Я, конечно, сомневаюсь, что я ему правильно собрал, но надо будет потом посмотреть видео. Ссылку я оставлю в описании, как он будет. Потом соберу правильно. Ну, я сомневаюсь, что этот плащ нужно так собирать, но как-то я его собрал так. Шлем тут съемный, вот. Голова тоже съемная, все тут съемное.
такой леговский Дарк Вейдер. Начал складывать уже фонарик и увидел, вот палочка ж, это ж нашего Дарт Вейдера меч. Только почему-то он не вставляется. Так. А вот это вот в шею, что я вставил, это во вторую руку, наверное. Или, ага, не, это вообще меч вот так вставляется и вставляется в руку. А я ему прицепил его на этот. А дырочки, наверное, сквозь руки надо продевать. Сейчас мы настроим все как надо, правильно. Вот, через дырочки продеваем через руки. То есть, руки продеваем в эти дырочки, вот так вот. Раз, и не надо смотреть, мы до всего додумались сами. Вот, плащ одет, и вот так он выглядит. Стоит дыбом, если руки поднять. Вот. Думаю, через некоторое время оторвется оно нафиг, эта штука. Вот, ну, пришлось снять ему, оторвать голову, для того, чтобы это все проверить. Так. Но зато теперь руки у него крутятся. Ой, и даже снимаются, как оказалось. Можно было плащ не продевать, а просто так сделать. Вот теперь получился у нас такой Дарт Вейдер. Поехали дальше. Так, далее. Далее вот такой вот фонарик на велосипед. Типа мигалки. Ну, можно на одежду вешать. И так далее. Так. Заряжается он по USB. Шнурочек имеем обычный совершенно. И такая вот она резиновая с магнитом. Магниты довольно-таки неплохие, то есть мы его застегнули вокруг чего-то и погнали. Есть режимы. Пришел он заряженный. Можно куда-нибудь на рюкзак повесить или еще куда-то. То есть либо этой застежкой, либо вот здесь есть у нас ушко. И вот такая вот еще штучка резиновая. Я не знаю, зачем она, смайлик такой вот. Куда его крепить? А, может вот так это делается. То есть смайлик этот куда-то мы крепим, а магнитиками потом вот здесь его закрепляем. Полностью вытягивается он. Резина очень мягкая. Этот чехольчик резиновый, он очень мягенький. И микро USB находится вот здесь у нас. Все, больше у нас отверстий никаких нет. Вот, интересная вещь. Дальше буду поиграю с ней. Вот, откладываем. Идет инструкция. Тут инструкция в инструкции. Крепить куда тут? На велосипед есть. Смайлик вот этот зачем есть. Тут вот нарисовано, как его... Его получается вот этой штучкой продеваешь сюда. То есть где-то на маленькую петельку какую-то одеваешь. На спицу какую-нибудь тонкую. Вот, петельку такую сделал. И потом магнитиком зацепил. И оно вот так держится. Вот, ну, потом поиграюсь. Дальше. Дальше у нас тут немножко осталось. Тестер. Тестер уже у нас был, поэтому я сразу его откладываю. Взял себе еще один. У меня их уже получается 3 или 4 на всякий случай. Бывает там несколько надо проверить. Далее, вот этот тоже у нас был уже. Этот намного лучше
подставочка под телефон намного лучше, чем покупал в Гамесе по 50 центов. Это, по-моему, по 99 центов. Или, да, по-моему, по 99 центов. Брал их несколько штук. Вот, мне очень понравились. Я на них складываю телефоны, ставлю на рабочем столе. Ну, вот я что-то как-то тут... Ага, вот. Так она ставится, и на нее ставится телефончик. Вот, хорошее уже было у нас в обзорах, останавливаться не будем. Дальше. Дальше, что у нас здесь в коробочке? Наверное, фонарик какой-нибудь. Да, фонарик, фонарики уже были. Последний раз 4 штуки было, пришло. Пришли они, 4 штуки из одного обзора недавно, который был. Пришли они раньше, получается, я вот этот купил один в начале, а потом решил, что нужно еще несколько купить, для того, чтобы были про запас. Родственникам сдарить, знакомым. Вот. Ну и ребенку я такой отдал. Он доволен. Маленький фонарик как раз для маленького ребенка. Вот. Дальше. Дальше у нас немножко осталось. Это тоже, по-моему, фонарик с креплением на велосипед. Его я взял, потому что здесь получше крепление. Вот крепление, и оно крутится. Есть косяки по пластику, да, то есть резина торчащая. Ну, косяков тут по пластику, конечно, очень много, но он сделан из крепкого пластика, то есть получше, чем из недавно были тоже фонари для велосипедов. Вот, он будет, конечно, сделан пожестче и не такой хрупкий. Ну и давайте посмотрим на сам фонарик. Фонарик обычный, Ultra Fire World, Ultra Fire UK68, еще настраивается. Ну и давайте найдем батарейку, вставим. Вставил батарейку, и она здесь немножко болтается, то есть... Вот, наверное, 14500, или, знаете, подойдет сюда, я думаю, Xiaomi-шные батарейки, они немножко толще, вот, и не будут болтаться, но сразу, ну, у меня их с собой здесь нету, которые АА формата, есть только 3А, поэтому попробуем такой. Так, включили, горит, ну, не очень ярко. Получается три режима. Один яркий, стробоскоп, и второй такой тусклый. Это тусклый, такой где-то 50%, наверное, мощи. И стробоскоп. И который поярче. Ну, неплохо светит. Не так, как, конечно, Convoy S2+, но тоже подойдет. Осветить дорогу на велосипед, подцепить нормально будет. Далее, кулончик. Кулончик этот с AliExpress. Заказала его знакомая. Захотела себе кулончик, попросила заказать. Давайте посмотрим на него. Запаковали, конечно, его серьезно. Внутри типа часы с песком. Песок быстро пересыпается, немедленно, но... Быстро давайте откроем и посмотрим более детально. Такая вот цепочка, легкая, очень легкая. Замочек. Такой вот. Вот так он выглядит. И сделано оно все как бы под старинку такое.
здесь у нас надпись «You have to do my use and value until you are gouged by what?» Хрен его знает. «I mock the horse everyone, not have I yet outrun the sun». Какая-то мантра, причем внутренний круг, внутреннее кольцо, оно овальное. Вот, внутренняя ось, вот эта вот, она овальная немного. Да и наружная, не совсем бы я сказал, что она круглая. Ну, как-то так выглядит, ссылка будет в описании, если кого заинтересовало. Ну, если не придираться к вот этим косякам по металлу, то есть, если как бы, ну, оно как бы под старинку вроде сделано, то есть, ну, может, так и должно быть, вот, но я бы воспринял это все за косяки, вот, ну, а так, может, там, на одежде, на фоне одежды будет выглядеть и неплохо, я не знаю, поэтому как-то так. Дальше. Дальше. Вот такой вот фонарик. Это из GearBest. Недавно была акция, еще раз, фонарик. Смысл этого фонарика вот в чем. Он диодный. И оп, 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 оп. И еще и повернули голову. Ха-ха. То есть надо куда-то подсветить. И взяли его, открыли и подсветили. А вообще он такой набалдашник железный. Ну, я думаю, если его кого-то ударить пару раз им, то... будет, конечно, неприятно. Ну, думаю, рассыпется он нафиг вообще, если им как-то ударить. Но можно для, в принципе, телескопическая такая палка. Ну, конечно, она, если биться ей, рассыпется. Ну, пару раз ударить, опешить нападающего и дёру давать со всех ног можно. Вот, якобы можно, в принципе, попробовать. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас защита стоит. И сразу стоит батарейка. Батарейка LP44. Вбивается фокусировка. Снизу магнит. Причем хороший. Нож держит уверенно. Давайте посмотрим батарейки. Батарейки у нас патронтаж батареек целый. То есть весь фонарик. Вот эта вот штука. Это и есть весь фонарик. Батарейки. Смотрим внутрь, вставляем батарейки, патронтаж. 4 штучки должны быть. Вот, вставили батарейки, сняли защиту, накрутили. И фонарик работает. Режима, получается, 4 режима яркости, 5. Или меня глючит. Нет, проглючило, это один режим, то есть включить-выключить просто. Вот, здесь у нас вручка не разбирается. Просто она такая вот сделана, массивная ручка с крючочком и с магнитом. Магнит реально очень хороший. Вот, смотрите, нож. Держит уверенно нож, не отлипает от него. Даже если, ой, рукой... Надо приложить хорошее усилие для того, чтобы отклеить. Надеюсь, он не быстро выпадет отсюда. А магнит очень хороший. Но даже если выпадет, главное, чтобы не потерялся. Применить его будет куда по-любому. Вот такая вот интересная. Еще раз давайте посмотрим. То есть выдвинули, согнули как нам надо. Включили. Чук-чук-чук. И подсветили куда нам надо. А другой стороной, это, наверное, знаете, для... В машине, когда упала под капотом, там что-то закручивал, упала лампочка, залез, подсветил ее, ну не лампочка, а гаечка, упала, залез, подсветил ее, где она лежит, и потом обратной стороной, хоп, примагнитил ее и достал. Ну, получается, около метра она в открытом состоянии.
Когда уже отложил фонарь, оказалось, что спереди у него тоже магнит. Вот, по кругу, по ободу магнит. То есть не обязательно обратной стороной примагничивать то, что нам понадобится, а можно прямо этой стороной. Подсветили и достали прям этой штукой. То есть отлично подойдет для тех, кто там часто в машинах колупается, работают с мелкими металлическими деталями, для того, чтобы достать. Такое часто бывает, у меня у самого было, там аккумулятор снимаешь, и упали болтики, надо достать, или еще что-нибудь, особенно вечером, когда темно, проблема. А так подсветил, увидел, примагнитил, достал. Клево вообще. То есть фонарь вообще must have для автолюбителей, да и не только для автолюбителей, в хозяйстве по-любому должна быть такая штука, по-любому пригодится. Как минимум раз в жизни, но точно пригодится. Вот, откладываем. Далее, последние две штучки у нас, да, правильно, последние две штучки, это PPB-021, то есть более новая версия, я так понимаю, наушников PPB-012, которые народные, я их обожаю просто и всем советую, которые самые дешевые, но они немножко дороже. Я не помню, за сколько их взял, будет в описании, ссылка, видео, вот, но я, они как бы посерьезнее сделаны. Амбушюрки хорошие. И здесь у них сделано побольше пульт. И, наверное, побольше батарейка. Скорее всего, сюда запихнули побольше батарейка. Кстати, видно сквозь щели от пульта, видно плату. То есть они не водонепроницаемые по-любому. Сделаны неплохо так. Магнитятся, но вот у них, в отличие от ППБ, вот здесь какой-то косяк, то ли пластик прилип, то ли что, непонятно, то ли сдерто. Ну, в общем, разберемся. И я их потестирую и, наверное, сделаю сравнение их с наушниками PPB-012. То есть, понравились они мне или нет, это будет отдельное видео. С виду пока они мне нравятся, но есть косяки. Плюс они немножко выпирают, то есть они немножко больше, чем PPB-012. Те они идеально просто сидят в ушах. Эти, я думаю, будут под шапкой давить немножко. Ну, визуально так чисто. А там уже посмотрим и сделаем отдельное видосик, обзорчик уже на них с сравнением с второй версией. То есть. И последнее, что у нас есть, это как раз мы ждали. Это у нас GoComa QC3 зарядник. Но брал я ее в основном не для зарядки. Для зарядки она тоже будет у нас. Брал я ее, угадайте, для чего? Для вот этой вот штуки. У меня есть вот такая вот штука. И вот эта вот штука, которая будет нам помогать делать фотографии для обзоров, а может даже и более детальные рассмотрения обзоров. И есть вот такая вот штучка, которая это все мы здесь прикрутим. Вот здесь я уже поставил, прикрутил пилот. Вставляем эту штуку. Вставляем эту штуку. И в нее вставляем эту штуку. Ну, как бы в планах, это спонтанно все мы так делаем. Но я думаю, мы сможем улучшить эту всю ситуацию. И вот у меня, хоп, меньше света, выключили. Оп, 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 оп. Это такая площадочка для делания фотографий. Я думаю, нам это все пригодится с обзорами. Для того, чтобы контент немножко улучшить. Как могу, так и улучшаю. Ну, по крайней мере, пытаюсь. Вот, кстати, вот плееры лежат. Они все готовятся к обзору. Я уже готов их обозреть. Они лежат и ждут, пока я разберусь со всеми распаковками, чтобы снять про них видосик. Скоро будет видосик про плеер K8 и он X1. Вот они тут лежат. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!